Это произошло в кабинете первого секретаря обкома, где у него была назначена встреча. Он открыл дверь и сразу увидел сотрудников НКВД. Ему показали приказ. Он молча кивнул. «Вам надо переодеться в гражданский костюм», — донеслось до него. Но его будто бы парализовало. В голове вертелась фраза, которую он часто повторял бойцам Красной Армии. «Запомните, что надетая на вас форма, и все, что с ней связано, это пожизненно». А он не собирался умирать. Ни как человек, ни как военный. Присутствующим пришлось самим стаскивать с него маршальский мундир. Речь идет о маршале Тухачевском, самом молодом маршале Советского Союза. Личности, безусловно, яркой, но неоднозначной. Был ли он злодеем? Да, был. Но не по призванию, надеюсь, а по призыву. Был ли он гением? Нет, конечно. Но чем он нам интересен? Он был, безусловно, компетентным человеком, который очень ясно видел цель, очень точно ставил задачу. И очень жаль, что окружали его очень бездарные, безграмотные люди. В марте 1922 года в Москве состоялся 11-й съезд РКПБ. Один из главных вопросов съезда – обороноспособность страны Советов. Сенсацией стал доклад 29-летнего командующего Западным округом Михаила Тухачевского о перспективах развития Красной Армии. Он заявил, что главная роль в будущей войне принадлежит не традиционной коннице, а танкам и авиации. Его идеи не нашли понимания среди делегатов съезда. Он с детства чувствовал себя отверженным. Мать из семьи бывших крепостных крестьян, отец обедневший дворянин, женившийся по большой любви. С такой родословной Мише Тухачевскому, с детства мечтавшему о военной карьере, был закрыт вход в Павловское военное училище. Его определили в гимназию. Учился он кое-как, между тем способности у Миши были феноменальные, особенно к языкам. Он с малых лет в совершенстве владел французским и немецким, увлекался астрономией, зато терпеть не мог закона Божьего. Но если в семейном кругу Миша чувствовал себя раскованно, то в гимназии все было наоборот. Он был замкнут и подчеркнуто надменен, как-никак аристократ по отцовской линии. В 909-м Тухачевские переехали в Москву. Отец поставил Мише условие: хочешь стать военным, подтяни учебу. Понял, четко по-военному ответил тот. И 2 года в московской гимназии учился практически на отлично. Отец держал слово. Последний выпускной класс Миша заканчивал в 1-м московском кадетском корпусе. Потом было Александровское военное училище, которое он тоже окончил одним из лучших. Михаила произвели в подпоручики и по правилам предоставили свободный выбор места службы. Тухачевский выбрал лейб-гвардии Семеновский полк. Хотя предпочел бы служить в Преображенском, но путь туда ему был закрыт. И все из-за проклятой родословной. «Вы обо мне еще услышите», — говорил он своей семье, — «я обязательно стану генералом. Поступлю в Академию Генерального штаба и стану». Но поступить в Академию помешала Первая мировая война. Новоиспеченный подпоручик Тухачевский отправился на фронт. В войне я очень обрадовался, мечтал о больших подвигах. Я был уверен, что заслужу Георгиевский крест. Георгиевский крест он так и не получил. Но за полгода боевых действий был награжден 5 орденами. Солдаты роты боготворили своего командира. Среди офицеров Тухачевский также пользовался непререкаемым авторитетом. Он никогда не лез на рожон. А прежде чем вести роту в атаку,
тщательно продумывал тактику и стратегию боя. Вот только в плен попал по чистой случайности. В феврале 15-го под городом Ломжа. За 2,5 года он совершил 4 неудачные попытки побега. Удалась только 5-я, летом 17-го. Он смог перейти швейцарскую границу и вернуться на родину. Тухачевский приехал в Петроград через 12 дней после взятия Зимнего. Для продолжения службы явился в запасной батальон Семеновского полка. Солдаты избрали молодого, решительного подпоручика командиром роты. А через несколько месяцев Тухачевский вступил в партию большевиков. По убеждению, ему всего 24 года. На первый взгляд трудно объяснить этот поступок. При всей гордости своим происхождением, он делает этот выбор, скорее всего, из карьерных соображений. В 18-м году у Советов не было боеспособной армии. Ценили каждого кадрового офицера, который перешел в их лагерь. Молодой подпоручик Тухачевский был лично представлен Ленину. «Отправьте его на Восточный фронт», — сказал вождь большевиков, «и дайте армию. Пусть покажет, на что способен». Так Тухачевский получил должность командующего Первой революционной армией. Правда, армию только предстояло сформировать из разрозненных красногвардейских отрядов. Но Тухачевский не сомневался, что у него получится. По пути к месту назначения новоиспеченный командарм заехал в Пензу, где жила его гимназическая любовь, дочь машиниста депо Маруся Игнатьева. «Я приехал за тобой», – просто сказал он. «Собирай вещи». В качестве свадебного подарка он преподнес ей маленький револьвер. На Восточный фронт новобрачные отправились вместе. Тухачевскому удалось привлечь в Красную армию профессионалов. Правда, какой ценой? «Приказываю всем бывшим офицерам немедленно стать под красные знамена вверенной мне армии. Сегодня прибыть ко мне. Не явившиеся будут преданы военно-полевому суду». И офицеры пошли за ним, но не испугавшись суда. Они понимали, это настоящий лидер и профессионал. Его армия не знала поражений. В 1925 году в СССР завершено проведение военной реформы. Красная армия сокращена с 1,5 миллиона до 560 тысяч человек. Централизованы органы управления. Принят закон об обязательной военной службе. По предложению начальника штаба армии Михаила Тухачевского в штабе образовано управление по исследованию и использованию мирового опыта войн. Но тогда, в 18-м, Тухачевский познавал стратегию войны на практике. Он теснил по всей стране Краснова и Деникина. Белые называли 26-летнего Тухачевского «красным демоном». В 19-м, за победу над Колчаком, он удостоился высшей в то время награды почетного революционного оружия и ордена Красного Знамени. Тогда же, в 19-м, случилась трагедия. Из его жизни ушла Маруся. Накануне Тухачевского вызвали в Ревоенсовет. «Пока вы воюете, ваша жена мешками таскает...» произнес этих слов. Маруся выбежала, достала револьвер, тот самый, его свадебный подарок, и от этой драмы он не мог оправиться всю свою жизнь. В начале 20-го польская армия Пилсудского, прорвав оборону советских войск, быстро двигалась в сторону Москвы. По настоянию Ленина командующим Западным фронтом был назначен Тухачевский. За считанные недели его армия отбросила Пилсудского на территорию Польши и устремилась к Варшаве. Однако для сражения на чужой территории не хватало сил.
Чтобы спасти войска от окружения и полного разгрома, Тухачевский отдал приказ отступать. После поражения под Варшавой Тухачевский должен был реабилитироваться. Подходящий случай представился в марте 21-го. Его бросили на подавление мятежа в Кронштадте. Через 10 дней после первого штурма Кронштадт был взят. А Михаил Тухачевский вернулся в Смоленск, в штаб Западного фронта. И вскоре вновь женился. На этот раз его избранницей стала девушка не из простых. Дочь бывшего полковника царской армии, выпускница Александровского института, 20-летняя Нина Гриневич. В мае 21-го они сыграли свадьбу и вместе отправились в Тамбов на место нового назначения Михаила. Вот только юная жена не понимала, почему ее муж так мрачен, и почему всю дорогу до Тамбова беспрестанно прикладывается к рюмке, хотя обычно равнодушен к спиртному. Ответ на свой вопрос Нина получила на месте нового назначения Тухачевского в Тамбове. Восстание в Тамбовской губернии вспыхнуло летом 20-го. В 21-м в рядах восставших было 15 тысяч крестьян, вооруженных винтовками, копьями и вилами. На их подавление советское правительство бросило войска Красной армии во главе с Тухачевским. В районах прочно вкоренившегося восстания приходится вести не бои и операции, а, пожалуй, целую войну. Борьбу приходится вести в основном не с бандами, а со всем местным населением. И он вел эту борьбу. Причем всеми возможными способами. Именно Тухачевский вел практику взятия в заложники семей восставших христиан. По его приказу тех, кто отказывался выдавать бандитов, расстреливали без суда и следствия. Добровольно согласившись на роль палача, Тухачевский стал жертвой собственной внутренней гражданской войны со своей совестью. И в этой войне не было победителей. В августе 21-го восстание было подавлено. Тухачевский возвратился в Смоленск на должность командующего Западным фронтом. А в 22-м у него родилась дочь. Он назвал ее Светлана, сказав, пусть жизнь ее будет светлой. И каждый месяц, в течение года, праздновал ее день рождения. Однако ни любовь к дочери, ни нежная привязанность к Нине не мешали Тухачевскому одаривать вниманием и других женщин. Моральный облик командующего тщательно фиксировался работниками особого отдела. Но в Москве закрывали глаза на его некоммунистические поступки. Ведь Тухачевскому благоволил сам Фрунзе. Именно Фрунзе привлек его к проведению военной реформы уже в должности заместителя начальника штаба Красной армии. А в конце октября 25-го Фрунзе не стало. Новым председателем РВС СССР и наркомом был назначен Клим Ворошилов. В марте 1932 года в Генеральном штабе Красной армии слушали доклад никому неизвестного инженера Сергея Королева о перспективах в области ракетостроения. Мнения военных по данному вопросу разделились. Нарком Клим Ворошилов считал, что ракеты годятся лишь для фейерверков. С ним категорически был не согласен Тухачевский. По его инициативе в сентябре 1933-го в СССР создан реактивный научно-исследовательский институт, который занялся разработкой ракетного оружия. 3 года Тухачевский пытался доказать Ворошилову, что Красной армии надо развивать технические виды войск. Тем более сейчас, когда капиталистические армии сплошь механизированы. Но Клим Ворошилов словно не слышал Тухачевского. И тогда тот решился на отчаянный шаг. В 28-м году на 15-м съезде Всероссийской коммунистической партии большевиков Тухачевский выступил с проектом плана развития вооруженных сил страны. Концепция плана разительно отличалась от той,
которую предлагал Ворошилов. Первое, чего недостает нашей армии, так это технического оснащения, потому как новая война неминуема. Само собой понятно, что германские армии при очень большом желании найдут пути для вторжения на нашу территорию. Другой разговор, чем это кончится. Многие делегаты съезда четко осознавали, Тухачевский предлагает не просто план реформ Красной Армии, а особую систему развития страны и государства. И в этой новой системе четко вырисовывается лидер ее реализации – 35-летний Михаил Тухачевский. Такого Сталин простить не мог. План Тухачевского не был принят. Весной 28-го его сослали в Ленинград командовать округом. Он стойко держал удар. Я докажу всем, что был прав, докажу, пусть даже в одном отдельно взятом округе. Теперь слово «война» все чаще и чаще встречалось в выступлениях Тухачевского. Так же часто, как слова «автомоторизация», «бронетанковое вооружение» и «воздушный десант». Именно в Ленинградском военном округе впервые в истории Красной Армии были проведены тактические учения с применением воздушного десанта. Тухачевский понимал, что у врагов надо учиться. И начиная с 27-го года регулярно ездил в командировки в Германию. Изучал вооружение немецкой армии. Бывал на маневрах, тактических учениях. 11 января 30-го года Тухачевский представил Ворошилову очередную записку о реконструкции советских вооруженных сил, из которой было понятно, что будущая война – это война моторов. К концу пятилетки необходимо обеспечить в Красной Армии 260 стрелковых и кавалерийских дивизий, 50 дивизий артиллерии большой мощности и минометов, 40 тысяч самолетов и 50 тысяч танков. Цифры выглядели фантастическими. Ворошилов переслал записку Сталину, снабдив ее нелестными характеристиками. Сталин пошел дальше, назвал записку Тухачевского контрреволюционной. Однако через год, неожиданно для всех, вернул Тухачевского в Москву и назначил заместителем Ворошилова. В столицу Тухачевский вернулся не только с женой Ниной и дочерью Светланой. Вместе с ним в Москву переехала и его новая возлюбленная Юлия Кузьмина. Об официальном разводе с Ниной не могло быть и речи. Тухачевский слишком любил дочь, чтобы подвергать ее такому испытанию. Поэтому предложил Юлии то, что мог предложить – просто жить вместе. Юлия согласилась. Теперь, когда его вернули в Москву, у него наконец-то появился шанс реализовать свой план. И он постарался не упустить этот шанс. Благодаря усилиям Тухачевского, в середине 30-х годов Красная Армия стала сильнейшей в мире. В ней насчитывалось около 1,5 миллионов солдат и офицеров, до 5 тысяч танков и свыше 6 тысяч самолетов. Меньше, чем планировал Тухачевский, но гораздо больше, чем еще 2 года назад. Вот только один пример прозорливости Тухачевского. История, которая стала известна совсем недавно. Принято считать, что первый в мире серийный вертолет был изобретен в США российским авиаконструктором Игорем Сикорским в 1939 году. Но мало кому известно, что в Советском Союзе уже в начале 30-х проходили испытания вертолетов, сконструированных Андреем Черемыхиным. Благодаря Тухачевскому. Он, оценив перспективность новых летательных аппаратов, предложил построить опытную серию для нужд армии. И работы начались. В 1933 году за исключительные заслуги Тухачевского наградили орденом Ленина. В 1935-м присвоили звание маршала Советского Союза. Пожалуй, именно в тот период Тухачевский был одним из самых популярных людей в СССР.
Его портреты висели в школах, кабинетах чиновников. Его уважали профессиональные военные и простые солдаты. А женская половина страны Тухачевского просто боготворила. А он, продолжая состоять в официальном браке с Ниной, а в неофициальном с Юлией, одарил вниманием и других женщин. Им нравилось в нем все – его недостатки, его достоинства, его крутой нрав и даже его хобби. А хобби у самого молодого маршала было весьма необычным. Он мастерил скрипки и даже разработал особый рецепт лака, которым покрывал эти инструменты. Правда, играл на публике крайне редко. Считал, что в этом он дилетант. Говорил: «Другое дело, мой друг Дмитрий Шостакович, вот он, настоящий профессионал». Именно Тухачевский был одним из немногих, кто не отвернулся от композитора в период его травли, сумел внушить ему веру в себя. Тогда маршал еще не знал, что очень скоро ему самому понадобится поддержка. В 1936 году по предложению первого заместителя наркома обороны Михаила Тухачевского генштаб провел большую стратегическую военную игру. Цель – проработать меры и способы активного отражения при нападении гитлеровской армии на Советский Союз. По прогнозам Тухачевского, который представлял в этой игре германские вооруженные силы, в случае развязывания войны противник может выставить примерно 200 дивизий. Тогда к мнению Тухачевского не прислушались. На игре было создано равное соотношение сил, а он ошибся всего на десяток. Летом 41-го немецкое командование двинуло на СССР 190 дивизий. То, что кольцо вокруг него сжимается, Тухачевский понял весной 37-го. Закрыли КБ Черемухина, остановили строительство его вертолетов, начались аресты по делу военных. В тот день он вернулся домой раньше обычного, взял скрипку и начал играть. А затем вдруг отложил инструмент и печально сказал: «Как я просил в детстве папу купить мне скрипку, а он из-за вечного недостатка в деньгах так и не купил ее. Ведь я мог бы быть сейчас скрипачом». Через несколько дней, 11 мая, Тухачевского сняли с должности заместителя наркома и отправили в Куйбышев командовать войсками Приволжского военного округа. Перед отъездом он добился встречи со Сталиным. Вождь пообещал, что скоро вернет его в Москву. Свое слово товарищ Сталин сдержал. 24 мая Тухачевский действительно вернулся в Москву, на Лубянку. Под конвоем. Первые дни он все пытался говорить об опасности, которая угрожает Советскому Союзу со стороны фашистской Германии, но его не хотели слушать. Выдвигали обвинения в нарушении воинского долга, измене родине, организации антисоветского заговора. Тухачевский все отрицал, даже несмотря на очные ставки с теми, кто подписал признание. А затем в комнату для допросов привели дочь Светлану. И он все подписал. Но сдаваться не собирался. Он знал, что его ждет. И все же за двое суток до вынесения приговора написал свой план поражения. Тухачевский называл векторы движения войск противника, перечислял виды его вооружения, техники, предлагал, как провести контрудары. Он понимал, это единственное, что в данный момент он может сделать для своей страны. Приговор по делу о военном заговоре был оглашен 11 июня 1937 года в 23 часа 35 минут. Утром 12-го Тухачевский был расстрелян в подвале тюрьмы в Лефортово. Его жена, мать, сестры, возлюбленные все были арестованы. Дочь Светлана отправлена в детский дом. Всего по делу военных было уничтожено 42 тысячи человек. Последние показания Тухачевского были подшиты к делу и отправлены в архив. Никого в стране не интересовали рекомендации врага народа. Но через 4 года
после расстрельного приговора случилось то, что предсказывал Тухачевский. Началась Великая Отечественная война. Но к тому времени самая мощная армия в мире была обезглавлена.